А помню однажды, когда я вел домашнюю группу, и мы ходили там в Минске, в больницу, 9-я больница. Каждую неделю мы домашней группой ходили, чтобы там свидетельствовать, молиться за людей. Я помню, как однажды пришел я вечером, и смотрю, никого нету с домашней группы. Ну, людей нет. Я подождал и пошел сам, ходил, и Господь там делал какие-то вещи, там даже женщина одна исцелилась. Я ходил и думал, где же все, где же все, где же все. И потом, смотрите, когда я спустился, оказывается, что в разных местах мы почему-то, они меня в другом месте ждали, и они тоже сами пошли. Я сам пошел, они сами пошли, там кто пришел. И вот смотрите, мы боимся одиночества. Когда Давид пошел, он был один. И когда Господь тебе что-то говорит, он тебя призывает к чему-то, и ты всегда думаешь, вот если бы были люди, была какая-то там команда, начни один. Иди кому-то засвидетельствуй, иди что-то там сделай кому-то. И что-то начнет происходить внутри тебя. Насыщение придет. Ты увидишь, что Дух Святой с тобой. Знаете, Дух Святой, он ревнует, чтобы мы не зависели от людей, чтобы мы зависели только от Него. Аминь. Ты, может быть, знаешь людей, которым Дух Святой побуждает тебя засвидетельствовать. Тебе кажется, ай, как-то неловко, а как-то не это. Возьми, начни это делать. То есть перейди от простого знания к познанию. То есть начни давать место Духу Святому, чтобы Он тебя менял, чтобы Он тебя расширял. Вообще не важно, что мы имеем как бы во внешнем мире. Важно то, какие мы внутри. Аминь. И даже можно, если мы внутри не соответствуем, можно иметь что-то большое вне. Но это не то. Важно то, кем мы являемся внутри. Аминь.